Для ветеранов и пенсионеров Кировского и Ленинского районов устроили праздник. В честь Дня пожилого человека для них организовали концерт. Выступали городские творческие коллективы. Пожилые люди очень ценят такие встречи. Для них это возможность пообщаться и набраться позитивных эмоций. Этот праздник нужен. Он свят, святой для нас, потому как вот не помню, кто первый сказал то, что цивилизованность общества, она оценивается по отношению к старикам и детям. И где же нам брать кладезь мудрости и опыта, и знаний, как не у старшего поколения? С большим удовольствием прихожу в коллектив, где встречаю всех наших, с которыми столько времени проработала. Столько было всего хорошего, доброго и светлого, что невозможно забыть уже этих людей, потому что каждая встреча – это уже праздник для нас.